Йо, ребят, с вами я, Максим. Вы на канале Мой Сонливый. Сегодня мы будем выживать 100 дней на этом острове. Думаете, а где остров? Я вам будет остров. Мир будет называться сто ты не что ты не а да, кстати, ребят, забыл вам сказать, если мы хоть один раз умрем, то все, там все, я удаляю мир этот, потому что у меня только одна жизнь есть, поэтому мне нельзя сегодня умирать. Будешь обстоять. Блин, кое-что задержал. Вот, все, теперь норм. То, что мы должны это сделать, все Майнкрафт. Это, конечно же, добыть дерево. Логично, наверное. Логично. Теперь крафтим любые доски. Добываем дерево. А да, кстати, ребят, не спрашивайте, что у меня с голосом. Я немного приболел, поэтому, чтобы меня поддержать, поставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста. Я буду очень рад. Ну а в принципе пока нам еды не хватит. Прости, свинка. Таковы правила Майнкрафт. Найти еду, найти еду. Потом убить еду. Коровка, коровки. Овечка, овечка. Найкала коровка. Потом я сказал потом обычно. Ну, если это прыжка, то сразу же моментально наносит свой урон и будет убирать. Ну, правда, вот это такой вот, пока не ударишь, то уже вообще надо еще найти 3 собачка. У меня нет косточек, так что за ней мы попозже сходим.
Конечно, какая-то тоже кажется нормальная. У меня такая бам. Спасибо за шею. Я хочу сейчас спуститься, добыть камни, а то можно. Ребят, не забывайте, не добивайтесь моих ошибок. Никогда не копайте вот под себя. А то иначе я встану. Поэтому смотрим, кто не копает. Я показываю, что мне это уводит. Короче, копаем следующий уголь. Он сейчас нам очень может. Нет, показалось. Бам. Не показалось, что это нет. Короче, у меня, но, а вот как я буду убираться отсюда, похоже. Ладно, крафтим себе меч и кирку. Ну все, в принципе, этого хватит. Убираемся. Что это было? Свиночка. Нет. Ну что, как бы тут ничего и не изменяется, скучновато. Что поделать-то? А так точно. Дом. Нам нужен дом. А я хочу красивый дом, чтобы он выглядел просто идеально. Поэтому идем в шахту за камнем. О, это гравий. Я хочу выбить джекпот. Нет. Нет. Ничего не выпадает. Ладно, мы джекпота никакого не получим, видимо. Поэтому просто продолжаем рыться. Ну что, показалось или... Или что? И мне показалось, что это не... Так.
приступаем. Ищем себе ровную равнину. Это пойдет. Но я, конечно же, не теряюсь. Что-то мне не нравится это. Всем пока. Ну что там, как? Ой, дождь. Видимо, я долговато тут просидел. Ребят, что ж, я пока себе сделаю коробку, чтобы меня никто не убил. Ребят, не обзывайте меня него, но мне придется так сделать, потому что иначе выхода никакого. И всем пока, ребят, с вами был Моисей, и вы были на канале Моисей. Всем бай!